Тысячи человек во всех регионах приняли удел во урочистых мероприемствах, присвященных Дню оборонцев Айчины и Узброенных сил Республики Беларусь. У Гомеле для вечного огню на площади працы собрались керавництво в области города, ветераны, представники працовных коллективов, громадских организаций, молодь. Удельники митингу склали кветки и вянки до братской могилы героев, которые загинули в боях Великой Айчинной войны, ушановали память загинувших хвилиной молчания. Протягнулись мероприемствы урочистым сходом и концертом. Марина Джалая с подробностями. У Гомеля метелица и мощный ветер, але на площади працы собираются сотни людей. Каб отдать данину поваги тем, кто оборонял нашу свободу у годы Великой Айчинной войны, и тем, кто робить это зараз. Саправды, ни завируха, ни по-лютовску суровое надворье не перешкода для святкования таких дат. На площади працы ля вечного огню люди, которые дорогой ценой и долгим, и тяжким житевым шляхом и шли для нас до великой перемоги. Наши ветераны, якія, не глядячи на вельми поважаны узрост, приходят сюда с червоными гвоздиками и ширыми сердцами. Узгадать тех, кого больше нема на гэтым свете, и повиншовать тех, на ким зараз трымается безпека нашей державы. Я поздравляю всех военнослужащих, тех, кто отслужил, и тот, кто еще пойдет в армию, с большим праздником, праздником защитников Отечества нашей страны. Я думаю, что молодое поколение, сменившее нас, ветеранов войны, будет твердо стоять на своих границах, защищая свою родину, защищая жизнь своих близких. Пусть всегда будет над нами мирное небо такое, как сейчас. Пусть всегда наши дети будут спокойно ходить в школу, учиться, получать образование. И поэтому всего самого наилучшего. Яны не сумуют, ганарацца мирным житем у прыгожим сучасным городе, магчымасцю сустракаться, обмениваться новинами и марыть об такой же спокойной будучыні для себе и для своих нашчадков. Гордимся, что город хороший, живем в таком городе приятном. И вот погода, видите, какая. Я в войну так воевал, еще хуже погода была. Держались. А сейчас тем более должен держаться в такую погоду, показать, что мы замечательные люди, боевые, слаженные за нашу прекрасную Беларусь, за все хорошее, чтобы было мир на земле. Будет мир на земле, будет все хорошо. День оборонцев Айчыны Узброенных сил Республики Беларусь – свято кожного жыхара Беларуси, кожного, кто ведает цену мирного життя, кожного, кто поважает продков и ожидая бачить свою краину счастливой, мирной, незалежной. Каждый наш гражданин является защитником своей родины. Мирное время кует победу, военное время побеждает. Поэтому всех хочу поздравить с праздником, пожелать светлого неба, доброго здоровья, тепла, уюта в домах. Любви и счастья в семьях. Свято протягнулось у Гомельским областным драматичным театре. После урочистой частки начался концерт, номеры якога один за одним нагадывали об мужных подвигах наших предков, о переможном шляху нашей краины и об тем, что самый счастливый день сегодняшний, потому что именно сегодня каждый человек может сделать нечто доброе, как завтрашний день стал еще лепшим. Непорывная сувязь минулого и сучасного – это путеводная нить нашего життя. Життя с удячностью предков и жаданием, каб у наших нашчадков была добрая и мирная будучыня. Марина Джала, Ігор Марышченко, телерадіокампанія Гомель.